В столичном метро заработала система распознавания лиц, которая автоматически списывает деньги за проезд с банковской карты. Достаточно на пару секунд подойти к терминалу. Программа получила название FacePay и пока работает в тестовом режиме. Участниками эксперимента могут стать только совершеннолетние пассажиры подземки. Нужно отправить заявку. В течение 7 дней на почту придет письмо с инструкциями. Далее необходимо скачать приложение на мобильный, загрузить фото и привязать банковскую карту. Уже скоро система станет доступной для всех пользователей метро Москвы, а затем FacePay внедрят и в других городах России.